Там включиться. Тут конечная остановка. Вот здесь это вот у этого гаража почти, да? Вот сюда, вот здесь она. Не, ближе. Вот тут. От гаража. От гаража её тащила. А начал тащить ее, вот она сначала на капот легла, вот так. И потом, нет, чтобы мазнуть, он рот газуху включает. И ее заколбасило под мост. И с мостом он ее вон туда протащил. Он ее протащил буквально по земле. Мы сидели вон в том гараже в сером. А он с этого гаража начал выезжать. Задавил девушку. Козел. Трезвый, пьяный. Пьяный. Да? Не в адеквате. Нормально. Я выбежал тут же. Окно открываю, он так. Он маленечко открыл окно. Я долго не думаю. Дверь открыл. Ноги. Вытащил. Давай. Где? Прям здесь? Может, он в больнице сейчас? Нет, какой больнице? Бежал. Заехал. Я думал, он там в машине спрятался. Захожу, его нету. Она хотела внука огородить. А внук с вами? От машины. Конечно. Это самое. Внук, застолье. Зачем застолье? Внук просто-напросто подошел, этот начал это самое газовать 120 километров в час. Внук как здесь сказал? Так он с бабушкой. Вот эта бабушка и находится. То есть вы вместе, пока вы сидели, разговаривали по душам рядом с вами. Сколько внуков лет? Маленький. Ой, ну сколько? 6-7. Ну где-то так. Еще и бабушки тоже. Темненький. То есть он здесь бегал, играл, правильно? Да. А у них никаких близких отношений нет с этим? С виновником? Нет, ты что? Это даже не обсуждается.